Жизнь перевернулась круто, конечно, полностью. То есть мы живем практически во дворце. Все переживания, волнения, так скажем, то есть как бы все проблемы, какие в коллективе случаются. То есть мы всегда здесь, в кругу всех этих событий. А ваш ребенок в каком возрасте поступил сюда? Да, нам было 5 лет. Сейчас нам 10 уже, да. Хотите еще? Хотим, потому что у нас неплохие результаты. Мы сольно выступаем, то есть как бы это и за коллектив болеем, что когда наш коллектив получает какие-то призовые места, мы очень переживаем за это. Поэтому хотелось бы продолжать дальше, и чтобы коллектив наш процветал дальше. Мы пришли посмотреть все показательные коллективы Орджоникидзе и выбрали коллектив Амрита. Когда мы подошли к руководителю Светлане Анатольевне, она, конечно, немножко засомневалась, что мы были очень маленькие. Но мы решили попробовать. Сейчас нам уже 9 лет, то есть почти 5 лет мы ходим в этот коллектив. Что вы делаете, когда ребенок выехал из города, когда он привез призы, подарки? Ну, очень рады всем поездкам, куда бы мы ни ездили, мы ищем всегда финансы, выделяем. То есть можно сказать, что я работаю на своего ребенка, на костюмы, на выступления. Если ребенку нравится, почему бы и нет? То есть желание там бросать никогда у нас даже не заходило такой речи. В этом году, вот даже для, чему была я очень рада за своего ребенка, это на улицах горящих фонарей. Наконец-таки первый раз мой ребенок занял призовое место, третье. То есть мы были очень рады, даже были слезы радости, волнения. Мы не верили, если честно. Почему не пошли в другие? Здесь же много всяких коллективов. Много коллективов, но нам очень понравилось, особенно ребенку, что именно танец живота нам нравится. Она захотела, и мы решили ее водить. Получается танец живота? Получается. Мы ходим с 7 лет, вот уже 5 лет, 6 год мы ходим сюда. Нам очень нравится, и коллектив нравится. И руководители коллектива, им большая благодарность. Внучке моей очень нравится, она с радостью бежит сюда. Мы все сопереживаем здесь. Первый год мы с 5 лет ходим. Первый год у нас как бы не получилось немножко из-за здоровья ребенка. Потом мы решили с ней вернуться. Ну, как бы там немножко настояла я. Вернулись. И вот через 1.5-2 года у нас хорошие успехи. В этом году мы принимали участие сольно на улице горящих фонарей. И с группой Ашвари заняли первое место. В этом году 10 лет ансамблю. Мы это выступление, их отчетное, с таким нетерпением ждем. Вы просто не поверите. Папа почти каждый раз после занятия подводит ее тихонько в стороночку и спрашивает: «Ну как, готовитесь?» Это все так вот как-то таинственно происходит. Ну, нам нравится, что наша дочь занимается восточными танцами. Это красиво, это по-женски, это с такой теплотой, заботой. В этом году будет 7 лет, как мы в коллективе Амрита. Мы привели сюда ее маленькую, нам было 5 лет, на отчетные концерты дворца Орджоникидзе. И дали ребенку шанс выбрать. То есть не как родители запихнули, куда сами хотят. Выбирай, что нравится. Мы пересмотрели все. Она сказала, что она пойдет только в этот коллектив, где девочки так красиво танцуют. То есть потом у нас еще была и музыкальная школа, и ничего не оставила так, вот как Амрита. И очень ей нравится, очень мне раскрепостила девочку. Она немного у нас такая довольно-таки замкнутая, необщительная. Но вот в танце она именно себя очень хорошо чувствует. Итак, я понимаю, что ваша девушка в этом коллективе, что у нее поменялось? Ну, во-первых, она стала такая более сосредоточеннее во всем, более внимательная, изменилась не только, так скажем, и на характер, но и поменялась грация, пластика, то есть как бы стала веселая, общительная, доброжелательная, любит очень сильно коллектив. Ей очень нравится, с удовольствием бежит сюда, даже когда уже и занятий нету, остается часами, может здесь сидеть, общаться со своими подругами. Что бы вы хотели пожелать этому коллективу, которому исполняется 10 лет? Ну, мы, можно сказать, практически 9 лет в этот коллектив ходим уже и прожили такую вот большую жизнь в этом коллективе. Я видела, многое было в коллективе. И хотелось бы пожелать именно вот этой сплоченности, которая есть в этом коллективе, дружбы, какого-то вот, знаете, процветания, творческих каких-то вот дальнейших успехов.
побольше побед во многих конкурсах, которые действительно их и так достаточно много, но еще хотелось бы больше. Больше шоу-программ, наверное, больше выступлений. Ну и... И больше новых талантов. И больше новых талантов, действительно.